Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Илья, и мы продолжаем прохождение игры Call of Duty Black Ops 2. Напоминаю, что видео снято специально для группы vk.com/play2play. Начинаем. Падший ангел, Пакистан, 2025 год, задание найти данные на Менендеса. Играем за Дэвида Мейсона, сына Алекса Мейсона. Давайте изменим комплект вооружения нашего. Поставим оружие со смешным названием ФАЛ. Поставим камуфляжик. Возьмем модуль магазин. Так, для пистолета модуль мы возьмем. Давайте-ка тоже магазин. И посмотрим, какие нам вообще доступны хорошие пистолеты. Ну, давайте возьмем ПМ. И также магазин. Все остальное мы оставим как и есть. Ну все. Уровень начинаем. Известно только имя Дефалко. Наш агент снял это в лагере рядом с Сокотрой в Йемене. Фарид. Спасибо, адмирал. Дефалко — правая рука Менендеса. Понятие сочувствия ему знакомо, но он им пренебрегает. Дрон-разведчик обнаружил это 2 дня назад в заброшенной тюрьме в Лахоре в Пакистане. Мы только на прошлой неделе потеряли связь с дроном-разведчиком в Пакистане. Погодите, ученый, которого мы взяли в Мьянме, говорил, что Менендес использует целлерий для разработки кибероружия под названием «Карма». А вдруг эта «Карма» нейтрализует наших дронов? Знаешь что? С этим Дефалко можно немного поразвлечься. Немного. Может, выпустим пара? Разомнем немного кулаки. Еще бы. Идем, будешь страдать, как я. Что ты сейчас сказал? Про страдания. Что-то мне такое мерещится. В ночь гибели отца меня похитили и опоили. Я до сих пор ничего не помнил. Это был Менендес. Так это он убил отца? После смерти отца меня воспитывал Вудс, но он всегда говорил, отца убил какой-то псих. Какой-то бродяга. О, Господи. Будешь страдать, как я. За грехи всех, кто был до тебя. Почему Вудс мне не сказал? Вудс. Хадсон. Это их рук дело. За Жозефину. Сегодня твой отец умрет! Ну что ж, катсцена закончилась. Нас окружают МВР! И миссия началась. Ну уже, эта штуковина нужна нам на ходу! Я пытаюсь! Может, управление заклинило? Враг близко! Вот так! Готово! Не верится, что он с пинка смог завести такого огромного дрона. Наверняка со сложной технологией. Максимус. Начинай помечать цель. Посмотрим, на что способен этот гад. Еще войти. Так, включили Клау на свой огнемет. Фал довольно убойная штука на самом деле. Дроны поддержки. Про скорострельность я уже и не говорю. Назад, сектор! Черт! Андерс, в полкилометрах юго-востоку! Наводнение какое-то у нас. Салазар, Зомби, поднимите их выше. Перегруппируемся бандами. Так. Бойца на балконе уничтожили. Уничтожим этого. Используй любой
Вот еще один. И вот еще. Так, тут мы можем что-то вскрыть. Давайте же вскроем и посмотрим, что мы можем сделать. Так. Ага. Сюда отправился наш дрон. Давайте спешим далее. Займем позицию за укрытием. Так, у нас маловато осталось боеприпасов. Так, нам нужно с вами оружие. Есть ли возможность у этого взять? А, нету такой возможности. Так. Это наш Карпер. О, в эту, слава богу, мы можем заимствовать оружие. Очередная партия врагов отправилась на тот свет. Это, блин, что еще за шум? Давай быстрее сюда, надо уходить с улицы! Подножали, сильнее! Так, нажимайте F, чтобы оттолкнуть. Боже, есть! Успели. И прямо за нами прокатился автобус. Вот жопа, пронесло, да? И образовался завал. А у тебя... Пошли. Антем прямо по курсу, идем. Так, давайте перезарядимся. Пополним боезапас. Просто полная жопа. Так. Здесь явно никто не был готов к наводнению. Это гражданский. Похоже, им пришлось самим о себе позаботиться. Добренький песик. Плохо дело. Плохо. Бежать обнаружение дронами. Хорошо. Перелазь. Твою мать! Ух ты. Сукин сын. Если он нас увидит, нам хана! Так, прячемся за укрытиями, чтобы дрон нас не обнаружил. Вперед! Твою мать! Он тебя заметил! Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты! Так, давай. Нет, не успели мы убежать. Вы привлекли внимание дрона, не попадайте в поле его зрения. Ну что ж, постараемся выполнить стоящую перед нами задачу. Если он нас увидит, нам хана! Эти дроны тут вместо батальонов смерти стреляют по радиону. Разворачивайся! О, я за тобой слежу! Так, ладно. Улетай, вперед. Улетай. Есть, продвигаемся вперед. Держись левее, брат! Пошли, сектор! Так. Ужас. Ужас. Твою мать, он тебя заметил! Так. Что ж, нас снова засекли и ликвидировали. Если он нас увидит, вот нам что хана. Я делаю? Вот что я делаю? Эти дроны тут вместо батальонов смерти стреляют по радиону. Разворачивайся!
Стой, я за тобой слежу! Есть. Ладно. Раскочил. Вперед. Держись левее, брат. Дрон, сука, возвращается! Так, Харпер, давай к нам. Давай. Прожектор слишком близко, сектор. Впереди еще один дрон. Так, встанем. За это укрытие такая небольшая напряженочка идет. В любой момент нас может засечь автоматизированный дрон. Ты готов? Только да. Тебя и жду. И сейчас, как мне кажется, надо будет сделать последний рывок. Так, давай, Харпер. Ух ты. Прямо перед нами всплыл труп. Нахер, надо уходить! Давай. Бежим. Солдаты МВР. Бери правого. Второй мой. Все чисто. Идем. Да. Дозорных мы с вами уничтожили. И сейчас и будем залазить в канализацию. Харпер открыл нам проход. Сектор, мы на позиции у сортировочной станции. Вижу много противников. Так. Тут наблюдайте, мы можем что-то меня снова вскрыть. Давайте-ка вскроем. Они говорят о новом сортировочной станции. Нам пора уходить. Салазар, нам нечего взять. Партию новых сортей рядом с вашей позицией. Поэтому спускаемся вниз по канализации. Здесь Менендес. Я видел его во дворе. Он встречается с лидером МВР. Так, тут я свяжусь ничего с Бриксом. Полезного у нас нету. Все, связь установлена. И адмирал, продолжение миссии. Отлично, командир. Сейчас передам вам карты Ангела. Наиболее выгодная позиция для вас вот здесь. Тут отличный обзор двора. Клау будут прикрывать вас на пути внутрь. Кроме них у вас ничего нет. Если уничтожат хоть одного из них, вы сами по себе. Ни в коем случае не упускайте из виду патрульный дрон. Если этот пылесос захватит цель, бежать будет бесполезно. Если я побегу, то только к нему. Удачи, командир! Так, получили ценные указания от адмирала Брикса. Надо, чтобы наш Клау остался на ходу, иначе мы останемся сами по себе, беззащитные и легко уязвимые. С позиции на крыше мы можем быстрее найти Менендеса! Закрепить тросы! С помощью специального приспособления мы с вами забрались на крышу. Видим патрулирующих окрестности дронов. Впереди враг! Кажется, мы на верном пути. Пошли. Твой тот, что справа. Я за тобой. Так, дозорные ликвидированы. И мы с вами по-тихому пробираемся дальше. Так, сектор, сканер готов. Подозреваемых у нас масса.
узнаем, он где-то здесь. Так, все, личность Менендес найден. Рауль Менендес обнаружен. Всем плевать, как мучается простой народ. Как и американцам. Китайцам. Поверь, друг мой, поможет положить конец преступной беспечности империалистов. Они уходят из зоны. Сигнал теряется. Ну же! Надо найти позицию получше. Ну так, давай же найдем ее. Эту позицию получше. Как выразился Не Харпер. Не попадайте под прожектор. Харпер, ты где? Ах ты, ах ты, ах ты. Вас убил дрон. Так. Нас заметили и ликвидировали. Уже в третий, если я не ошибаюсь, раз. Так, сейчас. Сигнал теряется. Ну же! Надо найти позицию получше. Заново отправимся на другую позицию. Не попадайте под прожектор. С вами на позиции. Серпи! Ну вот и они! Лучше спрятаться! Амилактахейкой осилахими! Да блин, да что ж такое? Меня Харпер сдвинул с места. Я лежу, сканирую Менендеса, а тут Харпер сдвигает. Сигнал теряется. Ну же! Ой, надо найти позицию получше. Тут вообще он недоработанный у нас. Не попадайте под прожектор. Не надо у меня своей рукой тыкать, Харпер. Лучше спрятаться. Так, дождемся появления цели у нас на радаре. На портативном экранчике. Они говорят о сбитом дроне. Конечно, американцы постоянно следят за мной. Un koan kisus ke sake patahe. Черт, опять слишком далеко. Идем. Так, продвигаемся на новую позицию. Сейчас снова просканируем окрестности. Так, ну уже. А вот и Менендес. Похоже, с кем-то встречается. Де Фалко. После сегодняшнего соглашения все уже приготовлено. О месте следующей встречи уже договорились? Разумеется, вы встретитесь с ним в Пешаваре на севере Пакистана. Данные по тому дрону должны быть предоставлены до начала переговоров.
займусь этим лично. Храни тебя карма, Дефалко. Так, наша цель продвигается куда-то в иную сторону. Дефалко же сел в самолет и сейчас, видать, куда-то убывает. И у нас новое задание — схватить Менендеса. Давайте же его схватим. Или хотя бы подберемся к нему поближе. Сюда! Пусть пройдет! Так, и снова нас выслеживает дрон. К счастью, пока не замечает, ибо мы засели в укрытии. Пошли! Нельзя упустить Менендеса! Вот зараза, куда он делся? Салазар, мы упустили Менендеса недалеко от тебя. Ты его видишь? Вот он. Входит на станцию с южной стороны. Так, куда дальше, Харпер? Транспорт для эвакуации подготовил. Я все время двигаюсь за тобой. Пока нет. Ты у меня рулишь. Жарко. Займись этим. Эти парни у нас на пути. Ку-ку. Ку-ку, дорогой. Так. Охранник ликвидирован и отправился в багажник. Куда дальше? Станция там! Ну же! Central computer nikalna asan kaam nahi. Insaaf ka hududun is mechanism ke saath kharab rahega. Подобные вещи не проблема. Встреча 17 июня устранит все оставшиеся препятствия на пути к успеху. Так, и снова нам обзор перекрыл, но на этот раз поезд. Ни черта не слышно. Поезд мешает. Идем. В свое время у ЦРУ были такие камеры допроса по всему миру. И каждая напичкана всякой психологической хренью. Только бог знает, что за хрень в них творили. Так, это оборудование все похоже, как на первой части Black Ops, когда Алекса Мейсона пытали агенты ЦРУ. Так, какая-то затопленная лаборатория. Вон, раздувшиеся уже от воды трупы, колбы. Всякое оборудование. О, прям перед нами красавица вынырнула. Так, все. Подводные ужасы остались позади. И мы сейчас снова приступаем к наблюдению за Раулем Менендесом. Они должны быть прямо над нами. Всех в этой Ладно. Игре. Попробуем еще раз. Конечно, я не только в курсе проникновения. Я сам его подстроил. Сука! Он знает о нас, сектор! Берегись, граната! Так, о нашем прибытии узнали, и скажу я вам больше, его, оказывается, неким образом сумели подстроить. Куда дальше, Харпер? Снова нырнули мы с вами. И теперь оказались в каких-то помещениях, принадлежащих той же лаборатории, но уже без какого-либо медицинского оборудования. Они идут к тебе. Клау на позиции. Максимус на крыше. Брутус на улице. Вот, давайте поменяем оружие. Для эвакуации? На иное. Возьмем мы с вами фал. Как раз затопленное помещение. Твою мать, там половина сраного Пакистана! Мы окружены! Нам нужен клоун, чтобы отсюда выбраться! Ух ты! Противников тут весьма много. Так, так, так. Давайте займем какую-нибудь скрытую позицию, чтобы управлять дроном.
Да, поехали. Давай, доминиканы, вали их! Бросай мне гранаты! Ура! Бери управление максимусом! Осторожно! У них РПГ на крыше! Захвати управление и вали его! Очистить улицы! Так, давайте переключимся с вами на Максимуса. Используй Максимуса, сними его с крыши! Салазар, ты где? Так, мы... А, больше ни на кого переключиться мы с вами не можем. Так, пехоту потихоньку мы с вами ликвидируем. Отлично! Он серьезно начал меня бесить! Салазар! Приятно тебя видеть! Где был? Так, на всякий случай взорвали бочку. Готов использовать взломанного дрона, сектор! И давайте сядем с вами в машину и помчим дальше. А вот это задание на данный момент выполнено. И выполнено, скорее всего, успешно. Бросим удар с воздуха и эвакуацию. Ответ отрицательный, командир. К вам направляется весь сраный состав сил самообороны. Так, через город можно уйти несколькими путями. Используйте дронов, чтобы расчистить путь для Сокте. А если они доберутся до нас раньше? Молитесь, чтобы они были в хорошем расположении духа. Да, одновременно нас и похвалили... И заставили самому решать все насущные проблемы. Так, ликвидируем с вами отряды пехоты. Так, мы ее с вами уничтожили. Так. Теперь мы с вами переключились на автомобиль. Надо добраться до пункта эвакуации. Так, прорываемся с боем. Впереди идущая машина вообще отстреливается из пулемета. Так, давайте это ускоримся. Они совсем рядом! Да. Немножко нас занесло. Товарищи! Отличный выстрел! Сейчас тут все рухнет! Так. Налево, на магистраль! Свернули налево, как нам приказали. Меняй направление! Давай еще раз! Они приближаются! Вот так! Так, у нас машина уже изрядно подпорчена. Сейчас мы вообще через полурухнувшее здание проехали. Экшн этой миссии зашкаливает. Что-то мне подсказывает, что и это сущая правда. Так, что случилось? Походу мы полностью раздолбали свою тачку. За нашими компаньонами, напарниками и сослуживцами в одном лице.
раздавили мы с вами несколько пехотинцев. Сворачиваем. Ай-яй-яй. Нас окружают! Нам приближается вертолет! Еще! Дрон направляется прямо к вертолету! Твою ж мать! Мы лишили дрона! От удара пошла цепная реакция! Так. До контрольной точки осталось совсем немного. Все. Задание выполнено, контрольная точка вот достигнута. Вот и точка эвакуации. Наконец-то! И блин, вот она, точка эвакуации. Бурум-бурум! Ты так? Спокойно. Американские войска, мне место в Пакистане. Тяньчжао. Он воевал вместе с моим отцом в Афганистане. Мы против Китая ничего не имеем, генерал Джао. В Пакистане нас интересует лишь Рауль Менендес. Значит, у нас общие интересы. Но учти, американец. Так, лицо Харпера весьма подпорчено. Если истинная причина Рауль Менендес, мне незачем тебя убивать. Так, что ж, нас, видать, отпустили. И у нас открыто новое достижение «Затопленный». Ну что ж, я вас поздравляю, очередная миссия моего прохождения закончена. Напоминаю, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, ссылочка находится под видео. Всем хорошего настроения, до новых встреч, пока!